Народ Республики Беларусь, авиаотрасль не должна никак страдать от действующих ограничений. Разделяете ли вы такое мнение? Готовы к изменению взаимоотношений с иностранными партнерами? И как скоро, когда мы можем наблюдать иностранные авиакомпании в мирном белорусском небе? Спасибо. Хоть завтра. Мы люди не агрессивные. Еще раз подчеркиваю, мы ни с кем не собираемся воевать. Я вам говорю это постоянно. Я не хочу, чтобы при мне белорусы начали воевать. Потому что это большой недостаток любого президента. Почему я упрекаю Зеленского? И первое, когда эта спецоперация началась, я с ним разговаривал, я ему сказал: Володя, ты можешь на кого угодно обижаться, но война у тебя в стране, на твоей территории. Ты должен ее остановить. И предложил ему варианты, подталкиваемые Америкой, он на это не согласился. Ну вот, пожалуйста, результат. Поэтому мы мирные люди, мы хотим со всеми сотрудничать. На выступлении по случаю Дня независимости я об этом сказал, что и с поляками надо разговаривать, и поручил премьер-министру связаться с ними, что если они хотят, давайте разговаривать, давайте налаживать отношения. Мы соседи, а соседи не выбирают, они от Бога. Но у них 15 октября, как известно, основные парламентские выборы. И это парламентская республика. И, конечно, им надо сейчас нагнетать обстановку для того, чтобы показать, что они правильно вооружали страну и перевооружали. Поэтому до 15 октября вряд ли они пойдут на какие-то существенные изменения, выгодные им и нам. Они многое требуют от нас и просят, но мы на это пойти не можем, потому что противоречит нашим интересам.